Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Внедрение в России новых правил регистрации машин с конструктивными изменениями перенесли на 1 июля 2021 года. Новшество усложнит жизнь тех, кто собирается установить на автомобиль газобаллонное оборудование, лебедку или фаркоп. Транспортные средства придется гнать в специализированную лабораторию. Что это за организации, пока толком никто сказать не может. Специалисты в один голос заявили, что таких контор, скорее всего, будет не хватать. Так что многим придется ехать за сотни и сотни километров, чтобы пройти процедуру. Трасса 101. Mercedes-Benz отзывает в нашей стране почти 4500 автомобилей. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. Это модели C-класса, E-класса, CLS и CLK, которые были выпущены с весны по осень 2018 года. В качестве причины называется плохая проклейка стекла панорамного люка. Специалисты должны проверить узел и при необходимости бесплатно устранить недочеты. Трасса 101. Автомобили «Шкода» признаны самыми дорогими в обслуживании. Как сообщает «Автоньюз», стоимость первых трех ТО «Октавия» приближается к 50 тысячам рублей. Цифра по Санкт-Петербургу. Примерно в такую же сумму обойдутся работы для владельцев «Рапид» и «Корок». Наиболее демократичным в плане цен на обслуживание у официала признан «Киа Рио». В Питере это 27,5 тысяч, в Москве 22,5 тысячи рублей. Трасса 101. В середине июля Nissan официально представит свой электрический кроссовер Ария. Автомобиль будет продаваться по всему миру, в том числе в России. Стоимость пока неизвестна. По габаритам новинка сопоставима с X-Trail. Она будет оснащаться одним либо двумя электромоторами. Топовая версия будет разгоняться до сотни за 5 секунд, а запас хода около 500 километров. Трасса 101. «АвтоВАЗ» готовится приступить к выпуску автомобилей на новой платформе от Renault-Nissan. Это следующее за B0 и B0 Plus поколение. В частности, она должна лечь в основу новой «Лада Гранта». Машина, по предварительным данным, появится в продаже в 2022 году. Также эту платформу может получить и «Лада Нива». Ее выход на рынок запланирован на 2023. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.